Спорт – лучшее лекарство от всех болезней и отличный способ завести новых друзей, считает Александр Никулин. Для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, занятие физкультурой – шанс наполнить свой мир яркими красками и достичь небывалых высот. Помогать ребятам посредством кикбоксинга, дзюдо и кроссфит-тренировок пока собирается на своей малой родине в Перми. Есть дальние, отдаленные детские дома, какие-то реабилитационные центры, которыми никто не занимается, у них там бывает нет физруков, ну нет вообще, не предусмотрено. То есть мы в рамках нашей программы будем приезжать и таким образом поднимать им настроение, как-то их социализировать, реабилитировать. Каждый день на Иволге у ребят плотно расписан. Образовательная программа, практические занятия, спортивные игры и уникальная возможность познакомиться с известными людьми. На этот раз к участникам смены «Патриот» приехали бравые байкеры, знаменитые ночные волки. Я перенасытился впечатлениями лучшие представители российской молодежи. Прогрессивные, смелые, желающие познать опыт старших поколений – для того, чтобы на своем пути не совершать ошибок. Игра в городки, плетение косичек и чемодан чепухи, точнее мягких игрушек. Ребята из смены поколения добра не перестают дарить участникам радость. Их задача – собрать деньги на лечение тяжело больной девочки. На соседних площадках футбол и молодецкие забавы. Здесь же можно и порукодельничать. Арома-сувенир – кофейная игрушка. Кофейная, потому что ткань, из которой ее делали, вымачивали в кофе с добавлением корицы, ванили и всего, что вкусно пахнет. Каждое такое изделие – поле для творчества. Например, к этому котику мы можем привязать ленточку, красиво ее расправить. И теперь частичка Иволги поедет со мной домой. Алина Чемерис, Максим Гусев, «События».